Welcome всем, кто смотрит этот видеоролик. С вами Байкальское ТВ, и я Мистер ЗВ. Сегодня это видео я посвящаю обалденному музыкальному парнишке, который стоял в нашем городе на Арбате и играл практически на халяву. На халяву, хотя мог выступать были большие деньги. Все-таки круто чувак играет, да? Подождите, мне кажется, что в этом видео есть палевный момент. По-моему, эта девушка ворует у честного музыканта деньги.
Ай-яй-яй, как нехорошо. А вам то, что показалось? Тогда горите вам всем в аду. Да? Она ведь раскладывала деньги по купюрам? Или действительно их? Подписывайтесь и ставьте лайк. С вами был Мистер 2 и Байкальское ТВ. Если вам что-то не нравится, пишите в комментариях, я попробую это исправить. Ну, исключительно моего голоса.